Good afternoon, boys and girls. I am glad to meet you at our online English lesson. The topic of our lesson is adjective degrees of comparison. Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! Я рада вас приветствовать на нашем онлайн-уроке английского языка, и тема нашего сегодняшнего урока – степени сравнения прилагательных. Давайте вспомним. Прилагательные – это часть речи, которая отвечает на вопрос «какой?», «какая?», «какие?» и характеризует предмет или человека. We have the positive degree. Мы различаем положительную. The comparative degree – сравнительную. And the superlative degree – и превосходную степень сравнения прилагательным. Способы образования степень сравнения в английском языке зависят от количества слогов в именах прилагательных. Прилагательные делятся на две группы. Одно и двусложное. Слово состоит из одного или двух слогов. Tall – высокий. Small – маленький. Hot – жаркий, односложный. Happy – счастливый. Clever – умный. Двусложное. Многосложное. Слово состоит из трех и более слогов. Wonderful – замечательный. Beautiful – красивый. Interesting – интересный. Сравнительная степень – comparative degree. Сравнительная степень односложных и двусложных прилагательных образуется с помощью суффикса er. Long – longer, длинный – длиннее. Happy – happier, счастливый – счастливее. High – higher, высокий – выше. Clever – cleverer, умный – умнее. Если прилагательное заканчивается на гласную «и», то «и» не пишется перед суффиксами «er», «est». Large – larger, the largest. Большой – больше, самый большой. White – whiter, the whitest. Белый – белее, самый белый. Nice – nicer, the nicest. Хороший – лучше, самый хороший. White – wider, the widest. Мудрый – мудрее, самый мудрый. Late – later, the latest. Поздний – позднее, самый поздний. Если слово оканчивается на одну согласную букву, а перед ней стоит одна гласная буква, то согласная буква удваивается. Big – bigger, the biggest. Hot – hotter, the hottest. Если слово оканчивается на букву Y, а перед ней стоит согласная буква, то буква Y меняется на I. Busy – busier, the busiest. Занятый – более занятый, самый занятый. Happy – happier, the happiest. Счастливый – счастливее, самый счастливый. Счастливый. Превосходная степень односложных и двусложных прилагательных образуется с помощью суффикса est. Cold – the coldest. Холодный – самый холодный. Warm – the warmest. Теплый – самый теплый. Tall – the tallest. Высокий – самый высокий. Многосложные прилагательные. Прилагательные, состоящие из двух или более слогов, образуют степени сравнения прилагательных с помощью слов more – более и most – самый, которые ставятся перед прилагательными. More употребляется перед прилагательными в сравнительной степени. Beautiful – more beautiful – красивый – красивее. Most употребляется перед прилагательными в превосходной степени. Beautiful – the most beautiful – красивый, самый красивый. Соотнеси прилагательное с картинкой. You can see three pictures. Вы видите три картинки. And we have three adjectives. И у нас есть три прилагательных. Picture number one. Strong. Strong lion. Сильный лев. Picture number two. Stronger than. Сильнее, чем. And picture number three. The strongest. Самый сильный. Исключение. Look at these adjectives, please. Посмотрите на эти прилагательные. Good, better, the best. Хороший, лучше, самый лучший. Bad, worse, the worst. Плохой, хуже, самый плохой. Эти прилагательные, ребята, нужно просто запомнить, выучить их. One more time. Еще раз их повторим. Good, bad is the best. Хороший, лучше, самый лучший. Bad, worse, the worst. Плохой, хуже, самый плохой. Compare. Давайте сравним.
Nice. Nicer. The nicest. Красивый, красивее, самый красивый. Wise. Wiser. The wisest. Мудрый, мудрее, самый мудрый. Образуй степени сравнения прилагательных. Sunny – солнечный. Это двусложное прилагательное, которое заканчивается на Y. Мы не забудем с вами букву Y поменять на I. Sunny – sunnier – the sunniest. Happy – то же самое. Слово happy заканчивается на Y. Мы ее будем менять на буковку I. Happy – happier – the happiest. Hungry, hungrier, the hungriest. Messy, messier, the messiest. Dirty, dirtier, the dirtiest. Hot. Это коротенькое прилагательное, поэтому буковка T у нас будет удваиваться. Hot, hotter, the hottest. Fat, fatter, the fattest. Clean. Cleaner, the cleanest. Kind, kinder, the kindest. Funny, funnier, the funniest. Heavy, heavier, the heaviest. Bright, brighter, the brightest. Compare. Давайте сравним. Kate is taller than Anne. Катя выше, чем Anne. К прилагательному tall, высокий, мы добавляем er. And we use comparative и употребляем сравнительную степень. His grandfather is older than his grandmother. Его дедушка старше, чем его бабушка. We add er. Мы добавляем er к слову old и получаем older. Tom is the strongest is in his team. Том самый сильный в его команде. We use the superlative degree. Мы употребляем превосходную степень. Mary is the best in our class. Мэри лучшая в нашем классе. Мы употребляем превосходную степень и помним, что слово good это исключение, и оно меняется на best. The worst holiday in my life was last summer. Самые худшие каникулы в моей жизни были прошлым летом. It is also the superlative degree. Это также превосходная степень. И слово bad – это исключение. Bad – the worst. Плохой – самый худший. These sweets are tastier than those ones. Эти конфеты вкуснее, чем те. В слове tasty – при образовании сравнительной степени мы не забываем, что буква Y меняется на I. При сравнении одного предмета с другим после прилагательного употребляется союз than. Он переводится как чем. The dog is bigger than that one. Эта собака больше, чем та. Уменьшение и увеличение качества выражается с помощью less than и more than. This book is more interesting than that one. Эта книга более интересная, чем та. This tune is less musical than that one. Эта мелодия менее музыкальная, чем та. Let's compare. Давайте сделаем еще одно упражнение вместе. These toys are more interesting than those. Эти игрушки более интересные, чем те. Слово interesting – многосложное. Поэтому при образовании сравнительной степени we use more. More interesting. These trousers are newer than those. Эти брюки новее, чем те. This suit is more modern than that jacket. His bike is newer than her. Его велосипед новее, чем ее. Tom is a better pupil than John. Слово good – это исключение. We use better. This picture is brighter than that picture. Эта картинка ярче, чем та картинка. This animal is
More dangerous than that one. Это животное более опасное, чем то. Слово dangerous – это многосложное прилагательное. We use more. This wolf is stronger than that one. Этот волк сильнее, чем тот. Do you like this lesson? Was everything clear? Я надеюсь, вам все было понятно. And we'll continue our work in our pupils book. Мы продолжим нашу работу в наших pupils book.